Сейчас я, может быть, даже. Я нажал на запись, да, и поэтому мы с вами сейчас кратко поговорим по маркетингу. Давно не записывал вебинары, но сегодняшний запишу, и он, в принципе, будет выложен у нас на канале вебинаров на YouTube. Итак, друзья, партнерская программа, то есть, по сути дела, это возможность создания источника дохода, да. Для кого-то это возможность дополнительного заработка, для кого-то, скажем так, этот заработок может колебаться там в пределах 20, 50, 100, там, $300 в месяц, да, к тому, что у вас есть. Вот. Для людей, которые готовы там тратить 2-3 часа в неделю на развитие, скажем так, данного направления, вы можете получить хороший приработок. Да? Вот. Для тех, кто готов затрачивать 7-10 часов в неделю, вот, для тех появляется возможность создать себе источник дохода еще до момента даже выхода группы компании Skyway на международный рынок транспорта с технологией и на международный рынок инвестиций с теми, скажем так, долями компании, с теми пакетами долей компании, которыми вы владеете и будете получать доход в будущем. Кстати, сразу хочу сказать, основное отличие проекта компании Skyway Capital, наверное, два. Да? Первое, то, что действительно существует партнерская программа, процент распределения многоуровневой прибыли, да, между людьми. И второе, то, что продукт, который выходит на мировой транспортный рынок, он будет выходить потом, что сейчас объясню. Да, обычно при стандартной схеме работы в MLM-бизнесе происходит так, что вы регистрируете какую-то бы то ни было компанию, начинаете пользоваться ее товарами или услугами. Благодаря этому, скажем так, у вас появляется возможность создавать сеть потребителей тех товаров и услуг. Если вы построите многотысячную там, международную структуру, многомиллионные товарообороты для этой компании, вам, возможно, будет предложено вариант либо купить у компании по сходной цене какое-то количество акций, да, либо вам просто подарят это, как это бывает на высших квалификациях. Но, по сути дела, таких компаний единиц. Здесь же происходит наоборот. То есть вы сначала становитесь совладельцами технологии компании. По сути дела, вы становитесь совладельцами, скажем так, и того товара, да, той технологии, которая будет выводиться на международный рынок вот, в ближайшее время после сертификации транспортной системы, разработанной Юницким, да. И в дальнейшем вот реализация данной технологии либо товара в большом количестве адресных проектов в разных уголках мира, вы просто будете получать часть прибыли компании, которую она будет получать в тех проектах. Это все равно, что, вот не знаю, любую компанию MLM вы можете мне назвать, все равно, что вы в нее вошли сразу же как совладелец, да, и когда вы начали осваивать разные рынки там, с той продукцией, которая есть, с того рынка вам часть дохода, пусть там 0,0 чего-то от каждой продажи, шла бы в виде прибыли и дивидендов. Вот так будет выглядеть недалекое будущее. Сейчас же все, скажем так, достаточно просто. Есть маркетинг-план, схема, который, скажем, выглядит из шести простых квалификаций, шестиступенчатая система, да, то есть партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Еще одно отличие, на котором хотел бы заострить внимание сразу, вы можете, скажем так, накапливать на своем бонусном счете денежные средства, то есть компания вам будет отчислять вознаграждение на бонусный счет, даже в том случае, если вы еще себе ничего не купили. Практически там 99,9% в периоде компании осуществляет начисление своим партнерам либо клиентам только в том случае, если они реально в компании что-то приобрели. Причем огромное количество компаний рекомендуют приобрести на большую сумму денег, да, а то никаких начислений не будет. Потом там еще есть куча дополнительных условий, невыполнение которых сулит вам невыплату вознаграждения. У нас же вы просто заключаете партнерское соглашение внутри личного кабинета, нажав кнопку «Кабинет партнера», вам будет предложено это сделать. И после заключения этого партнерского соглашения у вас появляется возможность давать информацию своему окружению, родным, близким, друзьям, знакомым, посредством, скажем так, живого общения, посредством интернета. Сразу хочу сказать, лучше это делать со спонсором, либо чтобы информацию до ваших партнеров доводили третьи лица, либо посредством интернета, либо живые презентации в городах, либо личные встречи, да, либо трехсторонние встречи в скайпе, в конце концов. Вот. И, осуществляя информационную деятельность, у вас может появляться какое-то количество партнеров в первом поколении, потом у них могут появляться партнеры. Соответственно, заключив партнерское соглашение, компания вам предлагает получать доход в виде 15% с первого поколения людей, которые за вами регистрируются и что-то для себя приобретают, какой-либо из пакетов. 4 со второго, 2 с третьего, 1 с четвертого. Никаких дополнительных условий нет. Кроме одного, в принципе. Чтобы вывести заработанные деньги, вы должны на тот момент купить какой-либо из пакетов, достаточно даже минимально. Купленный пакет за $15 в стандартном прайс-листе позволяет вам выводить деньги с бонусного счета, на который начисляется вознаграждение, но в том случае, когда на нем накопится не меньше $30. $30 накопилось, оформляете заявку на вывод, вам выводят эти денежные средства.
Итак, партнер можно даже не покупать. Для многих людей сегодня это является, скажем так, ну, наверное, важным плюсом в нашем маркетинг-плане, потому что, ну, вот есть люди, у которых денег нет, а есть у которых нет вообще. Но они загорелись, они увидели перспективу, да, им надо начинать, они готовы действовать уже сейчас. То есть им достаточно зарегистрироваться по чьей-либо реферальной ссылке и приступать к простым шагам, которые, как я говорил, может делать любой человек. Вторая ступенька карьеры – консультант. Здесь появляются как раз-таки первые условия, да, и потом следующие еще четыре ступеньки карьеры, они, эти три условия будут переходить, скажем так, со ступеньки на ступень, только будут меняться цифры. Ваш личный товарооборот, либо то количество акций, которые вы должны приобрести внутри личного кабинета, сумма должна быть не менее $100 США. И в первом поколении должно быть два человека, которым вы объяснили, рассказали, помогли принять решение, они также купили не меньше, чем на $100 США. Третье условие – суммарный товарооборот, суммарная, скажем так, сумма инвестиций, лично вашей и людей, которые зарегистрированы под вами. Она должна быть не меньше $300. По сути дела, вы 100 и два человека по 100 – это уже 300. То есть, в принципе, это условие выполняется. Что хотелось бы еще вам добавить, да? К этим суммам, которые здесь указаны, небольшим, 100, 100 и 100, можно прийти накопительным путем. То есть вы можете купить пакет на 15, потом купить пакет на 30, а потом купить пакет на 60. И у вас будет $105. Да. Либо наоборот, купили там на 60 и 30, а потом взяли и докупили себе на 15 из заработанных денег, которые пришли на бонусный счет. Вот у вас уже условия, скажем так, квалификации консультанта выполнены. Итак, коллеги, что вам дает квалификация консультанта? Первое поколение те же самые 15%, второе уже не 4, а 5, третье не 2, а 3, четвертое не 1, а 2, и появляется пятый уровень Udemy. Вот эта ситуация, в этой, скажем так, ситуации сегодня находится там большое количество тысяч людей, которые, может быть, даже не грезят о большом бизнесе, да, по партнерской программе, но которые не прочь возвращать себе какую-то часть там инвестиций, которые они сделали, потому что большое количество людей не единожды инвестируют, что, кстати, дает вам возможность получать, как мы говорим, так называемый остаточный доход. То есть у нас большое количество инвесторов, которые купили себе не один пакет долей компании. То есть у людей есть заработанные деньги, они решают там, ну, куплю я себе еще. Бывают выгодные промо-акции и так далее. Там. Выгодные рассрочки у нас были. Хотя у людей были большие пакеты, они все равно себе брали. Соответственно, наставники по партнерской программе получали вознаграждение. Итак, коллеги, это квалификация консультанта. Вот. Начиная с третьей квалификации под названием лидер, у нас, скажем так, появляется помимо процентов с уровней еще один интересный вид вознаграждения, то есть начисление на акционный счет. Когда-то акционный счет, скажем так, он у нас всегда был, да, начисления на бонусный на акционный счет шли в равном количестве. То есть бонус – это живые деньги. На акционный счет компания вам просто начисляла такое же количество денег, там, с 2014 года где-то по 2016, да, это было. Вот. Это был подарок. Акционные деньги вы могли реализовать только на приобретение пакетов долей компании из такой серо-зеленой таблички внутри личного кабинета, то есть это стандартные пакеты стоимостью от 15 до 150 тысяч долларов с теми дисконтами, которые есть. Акционные деньги нельзя, скажем так, потратить на приобретение рассрочек и либо каких-то там промо-акций, акционных пакетов и так далее. Но тем не менее, если вы строите структуру, то вам начисляется, скажем так, какая-то часть денег от бонусных на акционный счет. Какая сейчас поговорим. Чтобы стать лидером, самому необходимо купить на $200 наших акций, и как минимум три человека должны вас повторить в первом поколении. Суммарный же товарооборот, ваши инвестиции всех тех, кто у вас в первом поколении, их может быть там 5 человек, а может быть 100 человек, да, с небольшими пакетами. Суммарный товарооборот не должен быть меньше $2000 США. Выполняются три условия. У вас, скажем так, значительно возрастает вознаграждение на втором уровне, становится 7. На третьем становится 5, да, на четвертом 3, на пятом 2. И с шестого уровня глубины, который у вас открывается, вы начинаете получать 1% с товарооборота. Вознаграждение вам начисляется, положенные деньги, вот эти проценты, на бонусный счет в полном объеме, а 15% от бонусных денег у вас идет на акционный счет, на котором можно накапливать, там, накопили $1000, купили пакет с акционного счета за $1000, 115 тысяч долей компании, при этом вы не потратили ни копейки живых денег, да, у вас есть. Таким образом, приобретая пакеты с акционного счета, вы просто делаете следующий шаг, очень важный. Вы увеличиваете портфель инвестиций в нашем проекте. И к моменту выхода, скажем так, на мировой рынок, там, на биржевые площадки, да, на мировой рынок там, финансов и так далее, у вас к этому моменту, благодаря партнерке, благодаря тому, что вы ее развиваете, и покупке пакетов с того же акционного счета, может быть очень крупный портфель, на который в дальнейшем будет распределяться большая сумма дивидендов. Вот и все.
Потому что дивиденды на каждую отдельно взятую акцию, да, если у вас их будет миллион к тому моменту, у вас будет одна сумма. Если их будет там 3 миллиона, соответственно, в 3 раза больше. Четвертая квалификация называется мастер. Условия также три. Личная инвестиция не меньше $1000. В первом поколении не меньше 3 человек, которым вы помогли стать лидерами. Да? То есть привязка уже идет не к товарообороту тех людей, которых вы пригласили, а именно к тому, что они выросли в квалификации до третьей ступеньки. У них также идут начисления на акционный счет, да, и вы им помогаете. Основной принцип вообще создания бизнеса в партнерских программах – это помощь тем людям, которых вы привлекли. И дальше уже, скажем так, консультации и помощь им осуществлять помощь тем, кого приглашают они. Три четверти. Если вы учили сольфеджио, да, вот такая вот треугольничек, ритм вальса, научись сам, научи того, кого пригласил, и помоги этому, того, кого пригласил, научить следующему. Будет осуществляться передача знаний, навыков там и так далее, у вас будет строиться структура. Итак, мастер, 1000 ваших, не меньше 3 лидеров в первом поколении и суммарный товарооборот первого поколения и людей, которых вы пригласили, не менее $5000 США. Случилось, вы начинаете получать вознаграждение с 9 уровней глубины и при всем при том, помимо того, что у вас полпроцента идет 7, 8, 9 уровня, да, дополнительно к тому, что было у лидера, вы начинаете на 1% больше получать на 4 и на 5 уровне глубины. 4,3. У лидера там 3,2. 30% от бонусных денег в этом случае вам начисляется на акционный счет. Соответственно, в 2 раза больше, чем у лидера. Поэтому выгодно развивать и строить структуру. Квалификация эксперт. Пятая ступенька карьеры, предпоследняя. Чтобы стать экспертом, необходимо самому владеть пакетом долей компании не менее чем на $5000. Неважно, там это с платежной системы, с основного счета, либо с бонусного счета вы покупали. И это может быть единоразово купленный пакет, либо вы просто накопили за все время взаимодействия, да, там купили какую-то часть пакетов, выплатили рассрочку, может, оплачивали и так далее. Второе условие. Минимум 3 мастера должно быть в структуре, 2 из которых обязательно должны быть в первом поколении. Третий в любом уровне глубины. Важно, что это третий не входит в структуру первых двух мастеров. И суммарный товарооборот с первого поколения ваш не менее $10000 США. Когда это все выполняется, вы становитесь экспертом, и у вас сразу же добавляется 11 уровней глубины. Ну, покажется, может, сумма не очень большая, точнее цифра, 0,3% с 10 по 20 уровень, в отличие от мастера. Но тем не менее, если структура строится правильно, она ширится в глубине, и с большого товарооборота, вы получая небольшой процент, это все равно приличные деньги. И первое поколение вам в этом случае, да, если у вас появляются новые люди, либо люди оплачивают рассрочку, вы стали экспертом, вам начинают начислять за товарооборот в первом поколении 16% вместо 15%. На акционный счет от денег, которые вам идут на бонусный счет, начисляется уже 40%, то есть еще выгоднее. Квалификация топ-эксперт – это высшая ступенька маркетинг-плана. Вот. Поначалу, я помню, когда мы вводили вот этот маркетинг-план, ее не было. Потом где-то полгода, да или даже год почти, да, строился бизнес по партнерской программе, добавилась квалификация топ-эксперт. Чтобы стать топ-экспертом, принцип тот же, что и на эксперте. Минимум 3 эксперта должно быть в вашей структуре, 2 из них в первом поколении обязательно, третий может быть на любом уровне глубины. Суммарный товарооборот $30000 США и ваша личная инвестиция не меньше 10. В этом случае вы получаете вознаграждение, скажем так, с максимального количества уровней, предусмотренных нашей партнерской программой, это 24 уровня. С 21 по 24 уровня у вас добавляется вознаграждение 0,1% от создаваемого товарооборота либо привлекаемых инвестиций. И первое поколение, в отличие от эксперта, вам приносит не 16, а 17% с товарооборота. Плюс топ-эксперт, та квалификация, на которые люди начинают получать, ну, если в привязке, скажем так, с маркетингами многих компаний, которые работают на рынке MLM, да, у них есть так называемое вознаграждение с мирового товарооборота. Так вот, за месяц компания привлекает какую-то сумму инвестиций. Там, 3 миллиона, 5, 7 миллионов долларов, например. Да, эта сумма, 1% от этой суммы, фонд для оплаты людей, которые достигли квалификации топ-эксперт, и выполняет условия по мотивационной программе для региональных лидеров. То есть у нас есть отдельная мотивация, отдельное, скажем так, направление деятельности. Этим занимается Ирина Волкова, то есть там работают люди, проводящие, скажем так, делающие еще огромный объем работы в своих регионах по созданию бизнеса. Вот. Те из них, кто выполняет еще условия по той программе, тоже получают, скажем так, свою долю, равными частями она разбивается, из того же фонда 1% от прибыли со всей суммы привлекаемых инвестиций. Это называется топ-бонус.
У топ-эксперта половина денежных средств, начисляемых на бонусный счет, начисляется на акцион. Все то, что я говорил сейчас, да, вкратце, вот оно отображено в табличке, которую вы сейчас видите на экране. Проценты, с какой глубины, да, докуда вы достаете, на каких квалификациях, личный, скажем так, активность, либо товарооборот, который вы сделали, и суммарный товарооборот, то есть голубой фон, синий фон внизу. Плюс для тех людей, которые у нас активно развивают бизнес в первом поколении, есть еще бонус за развитие первого поколения, в принципе. Если вы, он единственно считается в течение календарного месяца, но выплачивается сразу, то есть не нужно ждать месяц. Происходит это таким образом. Если в вашем первом поколении в течение календарного месяца сделано 5 проплат, да, 5 покупок пакетов, то за первые 4 вы получаете положенные 15%, это вот для мастеров, до мастера включительно, да, за пятый уже 16%. И отдельная транзакция за первые 4 суммарно, да, которая там была, пусть там это будет $1000. То есть, соответственно, еще $10 вам начислят сверх того, что уже получили. И ситуация будет складываться таким образом, что вы за все 5 купленных пакетов получили от компании 16%. 7, 9 начисляется по 16%. Как только покупается 10, за 10 сразу начисляется 17%. За предыдущий товарооборот из 9 пакетов 1% сверху. И то же самое касается, если месяц не закончился, у вас продолжается покупка людьми пакетов в первом поколении. 13, 15, там 19 это 17%. За 20 18%. За предыдущие 19, 1% сверху. Каждый последующий купленный пакет, если месяц не закончился, 21, 25, там, 30, 40, максимально вам выплачивается в соответствии с вашим рангом. То есть 18, либо если вы топ-эксперт, 20, если вы эксперт, то 19. Условия простые. Первое, считается все это в учетах, все покупки идут в учет одного календарного месяца, с первого по последнее число. Один человек здесь может купить несколько пакетов, учитываются пакеты, купленные в рассрочку, то есть у вас вообще 10 пакетов может купить один человек. Вот. И бывает так, что человек купил там рассрочку себе, да, на 10 месяцев, потом думает, дай-ка я ее оплачу. Оплатил там 1, 3, 5, 7, 10 там, и так на месяц все растянул. Соответственно, это все 10 пакетов идут вам в зачет. И, соответственно, у вас как минимум будет, если один человек у вас оплатил рассрочку, 10 покупок совершил в течение месяца, вы получите 17% с первого поколения. Вот такая тонкость есть в нашем маркетинг-плане. Пакеты могут быть куплены как новыми людьми, так и теми, кто пришел в этот бизнес совсем недавно. Преимущества маркетинга, скажем, выгоден. Ну, они наглядные. Первое, очень важное, то, что маркетинг накопительный с первого дня взаимодействия каждого человека с нашей компанией. Все, что делаете вы и люди в вашем первом поколении, оно все накапливается, никогда не обнуляется, никуда не девается. Почему первый? Потому что у нас квалификационный уровень – это первый, и учитывается для роста квалификации ваш личный товарооборот и объем людей, которые привлекаются лично вами в первом поколении. Для кого-то это минус, для кого-то плюс, но в принципе, если разобраться, конечно, идеальных маркетинг-планов вообще не существует. Да? То есть есть где-то свои плюсы, свои минусы. Вот. У нас это сделано, наверное, еще для того, чтобы вы действительно обращали внимание на тех людей, которых вы приглашаете в этот бизнес, чтобы вы помогали им развиваться, да? Вот. Чтобы вы... Ну, делали это нормально, скажем так, как это правильно сказать, искренне, да, и на открытых человеческих отношениях с теми людьми, которых вы приглашаете. Цель не просто снять с человека какое-то количество денег за какой-то пакет, да, объяснить ему все, научить его делать простые шаги, находить информацию внутри личного кабинета, помогать дальнейшему ему, скажем так, доносить информацию из своего окружения, то есть помочь человеку развиться. Поэтому у нас привязка к первому поколению. Если вы будете сами, скажем так, гореть, да, но подписывать огромное количество людей, все они будут, скажем так, покупать небольшие пакеты и на этом останавливаться, а бизнес будет двигаться в глубине, там во втором, в третьем уровне, да, там появляться будут люди в квалификациях, вы не будете расти в квалификациях. Поэтому, скажем так, еще раз делаю акцент. Не надо подписывать всех, кто, скажем так, шевелится и проходит мимо вас. Не надо кого-то тянуть за уши, не надо никого уговаривать. Но если человеку вы объяснили, он говорит, да, я готов двигаться, я готов что-то делать, научите его делать простые шаги. Тогда все будет двигаться нормально. Еще важное преимущество, то, что вы здесь ничего не можете потерять, у вас ничего нельзя отнять. В плане того, что вот есть такое понятие в MLM-бизнесе, да, это обгон. То есть вы потратили какое-то время на развитие человека, вы помогли ему заработать денег, он догнал вас квалификации, либо обогнал, и для вас наступают не очень веселые времена, потому что вы либо совсем... теряете в деньгах, либо, скажем так, чтобы получать деньги с этой структуры, которую вы могли вырастить, да,
Вам нужно сделать там титаническую работу. Ну, таковы условия, скажем, во многих компаниях. У нас такого нет. То есть, допустим, вы мастер, да, а у вас там в третьем поколении появился эксперт. Ничего страшного, там до шестого уровня глубины этой структуры вы будете получать свои положенные проценты, которые положено получать мастеру. Вот. Хоть там три эксперта у вас будет в глубине, все равно вы будете доставать до туда, докуда вам положено. У вас никто проценты не отберет. И это большое-большое преимущество маркетинг-плана нашей компании. Еще что хотелось бы отметить. Маркетинг-план компании, по сути дела, можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Прошел товарооборот у вас где-то в глубине, вы практически мгновенно получили начисление на свои положенные счета. Вот. И квалификацию, которую вы выполнили сегодня, вы сегодня ее получите. Вам не нужно ждать окончания недели, как это делается во многих компаниях бинарного маркетинг-плана, там, либо матричного маркетинг-плана. Либо ждать окончания месяца, как в большинстве классических компаний. По итогам товарооборота у вас смотрят и присваивают квалификацию. А где-то для того, чтобы расти, скажем так, ступенькам поступательно вверх, там, следующую квалификацию нужно не один месяц товарооборот делать определенно, а два. Потом на следующий, там, 3-4, до полгода есть такие компании, которые требует, что при переходе на следующий уровень вы должны, скажем так, выдержать полгода товарооборота и немаленького. Но как только вы делаете меньше от того, что вы делали, да, у вас сразу же квалификацию могут забрать, уменьшить проценты и так далее. Вот у нас этого не происходит. Вы здесь ничего не теряете. Минимальная сумма инвестиций для того, чтобы у вас развивался бизнес, составляет $15 США. Я вам говорил, чтобы вам шли деньги на бонусный счет, чтобы вы могли строить большие структуры. Ну, конечно, для того, чтобы расти по маркетинг-планам, в дальнейшем, вы помните, да, у нас там идет $100 на консультанте, $200 на лимите и так далее. Нет необходимости свою квалификацию подтверждать. Вот если вы пришли в ранге партнера и стали консультантом, то вы никогда уже не упадете на уровень партнера. То есть вот те проценты, которые вам положено выплачивать, в этом случае 15, 5, 3, 2, 1, они будут за вами навсегда. Стали лидером, вы уже никогда не станете консультантом. И вам никто не будет говорить, что там раз в полгода, раз в 3 месяца, раз в год сделай там определенный товарооборот, чтобы мы за тобой закрепили этот статус еще. В огромном количестве компаний это происходит. Вот. И вас никто не заставляет делать какой-то жесткий обязательный товарооборот лично самому и структурой, как это опять же бывает для получения вознаграждения в большинстве компаний MLM бизнес. Почему у многих людей еще сложилось, что все-таки MLM бизнес это бизнес продаж там и так далее, и так далее. Есть целый ряд людей, ставших успешными в этой индустрии, которые миллионерами, да, которые утверждают, что это не бизнес продаж. Вот. Что здесь не нужно, скажем так, находить какие-то болевые точки в человеке, чтобы впихнуть ему, скажем, то, что важно для вас, да, и где-то вы ему доказали на время, что это важно для него. Далее, высокий процент выплат, если вы дошли до высшей квалификации, по сути дела, пятую часть привлекаемого товарооборота с первого поколения компании вам выплачивает, большая глубина выплат до 24 уровня, ну и от 0,1 до 7% глубины можно получать. Никто вас не ограничивает количество людей, которых вы приглашаете следом за собой. Мало того, вы видели бонус, да, который выплачивают с первого поколения, но есть элемент разумности, потому что одновременно обучать там, больше 5 человек, как развивать этот бизнес, в принципе, у вас не хватит времени. Что у вас наверняка есть те люди, которых вы любите, это могут быть дети, внуки, это могут быть просто, скажем так, муж, жена, да, это могут быть ваши друзья, это может быть ваше хобби и так далее. И отказываться, скажем, от всего ради того, чтобы 24 часа в сутки строить этот бизнес, было бы нелогично. Мало того, если вы изберете такой способ, да, то я предполагаю, что многие родные, близкие, друзья, знакомые от вас отвернутся. Потому что у вас в глазах будет только, скажем так, стальные колеса по стальному рельсу. Кстати, продавать-то вам здесь нужно не технологию, да, людям, не продавать даже, а давать информацию. Не там инвестиционную возможность там 23 века, да, грубо говоря, там, или чего-то еще нового тысячелетия, а просто предлагать людям возможность решить те вопросы и проблемы, которые у них есть. Вот почему, скажем так, основа и нашего движения по партнерской программе все равно это те люди, которые вас окружают. Кому вы можете об этом рассказать? Да, вот иногда вот люди услышали информацию, о, как классно, технология, транспорт, там, инвестиции. А кто в моем окружении есть там транспортник? Да? Кто заканчивал МАДИ, например? Абсолютно неважно, какой институт человек заканчивал. Он просто человек, живущий на этой планете, у которого есть целый ряд проблем, стоящих перед ним, перед его детьми, возможно, внуками, я не знаю, друзьями, родственниками. И он бы хотел помочь эти проблемы решить. А это инструмент, который может это сделать. Бонусное вознаграждение начисляется у нас на бонусный счет, вы видели, да, и на акционный, начиная с третьей квалификации. Поэтому, скажем так, как я говорил, вы можете стать крупным инвестором в нашем проекте,
по большому счету не затрачивая большое количество денежных средств, которые тратятся для создания любого другого бизнеса и даже в системе MLM. Вот. Вот таким образом, вот такой маркетинг-план, он достаточно простой, да, и когда мы с вами начинали, я вот смотрю, вот вы ставили пятерочки, те, кто был в сетевом, те, кто первый раз и так далее. Есть ли какие-то вопросы, ну, в привязке пока вот к этой информации, то, что я рассказал? Если есть, напишите, не стесняйтесь, пожалуйста, в этом. Я, с вашего позволения, промочу. Горло чуть-чуть. Вы знаете, Юрий, я вот сейчас не могу вам ответить, будут ли начисляться акционные деньги на 10 этапе, но мое мнение, да, предположение, я думаю, да. Оставят ли их на квалификации лидер, например, да, или будут уменьшать, или не будут, я вот не могу ответить. Но все равно, я думаю, для большей привлекательности все-таки и тех же людей, которые строят большие структуры, вот, данную возможность оставят. Ну, было бы нелогично ее просто совсем сейчас убрать. Хотя на том же 11-м юниске, если честно, когда мы начинали вот это все делать, я-то пришел на компанию, в компанию работать сюда еще. 22 июля будет 3 года, да, то есть это было окончание второго этапа. Вот. Тогда начисления, как я вам говорил, шли 100% одинаково на бонусные на акционные счеты, но тогда Анатолий Дарович говорил, я, говорит, не буду просто так разбрасываться своими долями и акциями все время. Да, вот те люди, которые сейчас поверили, те люди, которые пришли в наиболее сложное время, так оно и было. Вот те, кто заходит сейчас, да, вот разбирается в нашем маркетинге, они заходят в бизнес на выгодных условиях, у них, скажем так, уровень доходности по пакетам составляет от 25 до 225 раз, да, если вот стандартные пакеты рассматривать. Вот. На том этапе это было от 250 до 1500, но тогда, скажем так, рисковость, да, инвестиций, венчурность нашего бизнеса была гораздо выше. Я не кривлю душой, когда рассказываю людям на презентациях, да, и на вебинарах, вот на живых презентациях, на вебинарах, что у нас есть слайд, там, где мы рассматриваем 4 этапа развития встроенных технологий, да, и когда-то мы на презентациях там зависали на этом слайде на минут 20-25, мы там подробно рассказывали про каждый этап, там первый, второй, что это было, где это происходило и так далее. Вот. И в итоге подводили к тому, что вот сейчас мы привлекаем инвестиции, у нас есть такие пакеты, Юницкий пообещал, что он все выполнит, нужны деньги для того, чтобы построить экотехнопарк, тогда это был полигон, называлось, да, вот, продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, сертифицировать его, и будем с вами все успешными, богатыми тогда, когда эти дороги будут строиться и приносить прибыль компании, и нам в том числе. Вот. Сейчас же вы, если следите за новостями, да, у нас и транспорт бегает по территории экотехнопарка, трассы эти строятся, да, проводятся испытания, работы по сертификации уже идут, того же Юнибайка, да, кстати, транспорта, о котором 2,5 года назад еще никто даже не думал, что такой будет, да, то есть идея созрела, ее тут же реализовали, что тоже очень важно. Ну и большое количество событий происходит каждую неделю. Наверняка вы следили за новостями этой недели, да, вот сегодня выйдет дайджест, может быть, уже даже отправлен на русскоязычную, например, аудиторию, чуть позднее, скажем, в течение дня, это дайджест разойдется по всем языкам, которые у нас представлены в личном кабинете, а там их ни много ни мало, 15. Да? Вот. И там будет информация и про то, что как в Могилеве продвигается проект, да, про то, что приезжают делегации с разных уголков земного шара и посещают наше научно-производственное предприятие «Экотехнопарк», про то, как позавчера представлял технологию Национальной академии наук Анатолий Дарович Юницкий. То есть процесс двигается благодаря тем людям, которые когда-то увидели перспективу, скажем так, от того, что они будут совладельцами компании и технологии, да, и приложили, ну скажем, большое количество усилий для построения партнерской программы, тем самым привлекая еще большее количество инвесторов. И вот на эти деньги, по сути дела, все, что происходит в Беларуси, это вот краудинвестинг. Это вот эта партнерская программа, которая тоже работает. Есть большое количество людей, которых она мотивирует двигаться. Да? Помимо того, что они видят перспективу получения дохода в будущем, эти люди могут зарабатывать деньги сейчас. И у нас, честно вам скажу, да, то есть большое количество партнеров, зарабатывающих там 100, 300, 500, 1000 долларов и более. Благодаря тому, что вот просто-напросто с открытой душой делятся тем хорошим, что у них пришло вместе с нашим проектом в их жизнь. И все. И это могут делать, в принципе, да любые люди, любой человек.
Но тот, у которого, по сути дела, отсутствует сомнение, самый маломальский, да, потому что сомнения, они порождают бездеятельность, большое количество раздумий. Вот. Но и действовать нужно без фанатизма, как я говорю. То есть не надо ходить с круглыми глазами, как блюдца, да, не надо брызгать слюной, никому ничего доказывать, хватать за руки. Говори, что ты вот, как вот некоторые там других малым компаниях, не помню, рассказывали, не будешь это делать, сдохнешь, да, вот здесь не надо этого делать. Предоставляйте людям информацию, право выбора, вот, и кто-то из них, если вы будете это делать искренне, да, если вы будете, скажем так, делать, ну, слово правильно не совсем корректно, но тем не менее, есть определенные основы, да, данного бизнеса, которые желательно не нарушать, не придумывать что-то свое, не бить свои барабаны, да, то есть если встроенный хор работает. Одно это я сказал вам сегодня в начале нашего вебинара, что желательно, чтобы вашим людям, которых огромное количество вокруг вас, информацию об этом доносил кто-то третий. Вот вы человек и третий человек, которого знаете вы, и, как правило, поначалу не знают они. Как говорит Рэнди Гейдж в своих книжках, да, я на вебинарах тоже часто это говорю, что для нашего окружения, родных, близких, друзей, знакомых, экспертом будет являться парень в черном костюме с черным чемоданом из другого города. Потому что вас люди знают. У вас, возможно, специальность, которая совсем не имеет никакого отношения к транспорту, к инвестициям, да, там, к строительству линейных городов, там, и так далее, и так далее. И вы начинаете людям рассказывать про коэффициенты аэродинамического сопротивления, о том, какое сопротивление при качении там, стального колеса по стальному рельсу, о том, что технологии всепогодные, всерельефные и так далее, и так далее, и так далее. У людей внутри, даже если они, скажем так, одухотворяются, все равно есть маленькая доля сомнения, да, почему вот именно ты, вчерашний стоматолог, преподаватель физкультуры, я не знаю, там, менеджер какого-то звена, продающий телевизоры в магазине, либо сейчас занимаюсь чем-то еще, мне рассказывают про транспорт, который перемещается со скоростью 500 км в час. Именно для этого у нас создана, скажем, система и линейка вебинаров каждый день, да. Именно поэтому у нас организуются живые презентации в большом количестве городов. Вы можете это легко найти в разделе «События» внутри личного кабинета, либо на сайте компании Skyway Capital. Там есть отдельная табличка онлайн-мероприятий, где вы можете посмотреть время, ссылку взять, причем все мероприятия, как живые, так и те, которые проводятся в онлайн-режиме, они прописаны на тех языках, на которых они проводятся. Тоже удобно. Если у вас есть носители языков, например, польского, там, чешского, словацкого, венгерского, немецкого, итальянского, да, то вы легко можете найти вебинары на этих языках, либо города, в которых проходят презентации, и дать людям возможность эту информацию услышать на родном языке. На сайте RSV System есть партнерская программа? Да, Дмитрий, есть партнерская программа в RSV System. То есть фактически проценты, которые начисляются в RSV, они вот похожи вот на этот слайд. 15, 7, 5, 3, 1. Вот таким вот образом. Здесь оно немножко, видите, просто 15, 7, 5, 3, 2. И еще один уровень будет. В РСВ 5 уровней, вместо двоечки на пятом единичка. Ну и там есть процент тоже начисления на акционный счет. С какого уровня, сколько идет? По-моему, четверть. От начисляемых денег с глубины, да, вот, идет на акционный счет. Внутри личного кабинета в РСВ я не видел, чтобы был где-то прописан маркетинговый план. Он просто, скажем так, существует давно, еще с 2014 года, он не менялся фактически. Есть какие-то еще вопросы, коллеги? Кстати, Дмитрий ни в коем случае не настаивал, чтобы вы там еще регистрировались в капитале и так далее. Это только вы можете сделать сами. Иногда люди задают, в чем отличие и так далее. Ну, вы становитесь совладельцами тех же долей компании, которые вы купите в РСВ. Единственное отличие то, что вот линейка, да, пакетов, которые есть в компании Skyway Capital, она немножко больше. В плане там градация по суммам инвестирования. Там, в РСВ 50, 100, потом идет 500, 1000 там, и более. Да, у нас есть 15, 30, 60, 130, 200, 350, 550.
1000 там, да, вот. Ну, то есть немножко больше выбор. Люди могут выбирать себе промежуточные какие-то суммы. Вот. Есть 200 долларов, например, нет 500, да, а у нас есть пакет за 200. Ну и маркетинг-план вот такой, который я вам говорил. Он до большей глубины может достать, и проценты немножко другие. Итак, друзья, есть ли еще какие-то вопросы ко мне сейчас? У нас сегодня, кстати, в 19 еще один вебинар, который будет проводить господин Мирошниченко. Вот. Те, кто его не слышал, рекомендую посетить, потому что, в принципе, он на своих мероприятиях дает разные тренинги, да, то есть отношение к этому бизнесу. Смотрите, дополнительно, не дополнительно, Дмитрий, я могу сказать так. Если вы хотите здесь зарабатывать бизнес, строить капитали, да, вам здесь нужно зарегистрироваться и купить хотя бы на 15 долларов для начала, да, чтобы вам шли начисления. А дальше вот все по маркетинг-плану, как оно есть. Чтобы стать консультантом, у вас личные инвестиции должны в капитале быть не меньше 100 долларов. Чтобы стать лидером, не меньше 200 и выполнить остальные условия. Соответственно, да, вы докупаете все пакеты далее компании. Регистрация, приобретение пакетов. Было время золотое, да, как можно сказать, когда первая презентация компании Skyway Capital прошла 24 февраля 2015 года, и было где-то месяца три, в течение которых мы людям предоставляли возможность просто подтвердить свое участие в нашем проекте, не покупая чего-то там дополнительного, да. Те, кто был зарегистрирован в РСФ, могли просто здесь, введя свои данные, всплыть в структуре, причем и структура могла полностью перейти, которая была там, да, были те, которые подтвердили, были те, кто не подтверждал, соответственно, вот с частью структуры, которая была в РСФ, люди продолжали здесь работать. Да, экотехнопарк у нас через 2 недели ровно, да, фактически, вот, 1 числа будет экофестиваль, 1 июля, да, ровно 2 недели осталось. Людей, у которых есть какие-то сомнения, например, но они относятся к тем, которые все-таки принимают решение, что-то делают, да, можно взять с собой, если они легки на подъем, просто привезите их 1 числа. Я знаю, что, скажем так, сейчас даже скажу, сколько осталось билетов, да, для того, чтобы попасть на первый день. Вот. В продаже в онлайн осталось 67 билетов, но я знаю, что руководство компании принял решение такое, что 4500 билетов разойдутся посредством сайта, и они придержали там порядка 500 на случай, как это всегда бывает, в последний момент, да, созревает какое-то количество людей, они хватаются, билетов в продаже нет, но вот там по месту они будут покупать, правда, по максимальной цене. Вот. По цене больше, чем это было, например, в мае месяце, по цене больше, чем в июне. Но, опять же, цена принятого решения. Так, коллеги, если вопросов нет, огромное вам спасибо, то, что у нас с вами сегодня состоялось общение, то, что пришли на вебинар. Не знаю, полезен ли он был, интересен ли он был. Потому что вот иногда люди говорят, что вот, ну, как бы одна и та же информация и так далее, и так далее. Ну, от себя добавлю, знаете что? Еще одно понимание бизнеса MLM, оно очень простое. Для того, чтобы структура строилась, да, равномерно, чтобы у вас, скажем так, была поддержка, чтобы вам легче было работать, есть простая система. Те люди, которые только-только вникать начинают в информацию, их нужно приглашать на простые презентации. Простая презентация – это там, где говорят, что вот есть технология, у него такая история, и есть возможность получать доход вот таким способом и вот сегодня. Да? То есть это, вот, по сути дела, первое ознакомление с проектом. И презентация должна быть небольшой. То есть не рассказывать там 3 часа, да, о технологии, что она из себя представляет. Вот. Не рассказывать, я не знаю, там все тонкости маркетинг-плана с возможными примерами и так далее, и так далее. А кратко дать людям информацию, чтобы они могли врубиться, что вот есть что-то, чего они не знали. И дальше у этих людей будет, ну, по сути дела, 2 пути, да, если вот четко разбить их. Может, немножко больше там дальше, но тем не менее. Первое, мне это интересно, я хочу разобраться. Второе, мне это неинтересно, я пройду мимо, да. Вот. Но даже те, которые мне неинтересно, я пройду мимо, у них информация уже села. Это те люди, к которым вы можете, скажем так, обратиться через месяц, через 3, через полгода. Только не надо их доставать каждый день, да, и говорить, слушай, у нас за день столько изменилось, вот у нас еще одна делегация и так далее. Месяц прошел, 3 месяца потом прошло, вы встретитесь с ним все равно, да, как дела? И ты знаешь, у нас вот это, вот это, вот это. И он может тогда начать задавать вопросы. Как произошло с огромным количеством людей, которым предлагали это в 2014 году, в 2015, 2016, да, и у них глаза открылись сейчас. Тогда как бы вот
Не созрели они по разным причинам. И второй путь, человек говорит, да, ты знаешь, интересно, вот, а как бы понять больше? И вот понять больше, у нас дальше уже все вебинары идут, и экономический вот этот вебинар, который по средам технико-экономический и так далее. Но начало все начинается с простой презентации. Вот. Маркетинг-план, по большому счету, как правило, это для людей, которые действительно уже сделали шаг, зарегистрировались и хотят узнать о способе получения дохода. Если вы человека совсем не подготовленного, там, который даже не знает, о чем идет речь и так далее, сразу на маркетинг-план, и неважно, кстати, в какой компании вы работали до того и так далее, это может быть неприятие, да, потому что огромное количество людей у нас пугаются MLM-бизнеса, у нас боятся того, что какие-то проценты им платить. Для них это, скажем так, способ получения дохода неведом, и, соответственно, если он неведом, им в детстве не рассказали, в школе не рассказали, в институте не рассказали, соответственно, это что-то такое, тайна за семью замками, и это, наверное, неприлично, этим заниматься, наверное, не стоит, это какой-то обман, там, пирамида, афера и так далее. Поэтому все желательно делать систему того же Ренни Гейджа, она проста. Простая презентация, и дальше мы начинаем человека, скажем так, встречаемся там через день, встречаемся со спонсором в скайпе. Да, вот, человек получил сегодня информацию на вебинаре. Либо лучше, конечно, в то же время, да, там через 3-5 минут после вебинара набрали, если человек, ваш наставник, живет в другом городе, трехсторонний разговор, ответы на вопросы и так далее. Человек начинает смотреть дальше ролики, которые можно продемонстрировать, и транснете, о том, как было, что у нас сейчас проходит, какие испытания. То есть у человека начинает открываться мозг, и у него начинает появляться большее количество информации. Дальше маркетинг-план. Поэтому вот то, что как бы делаю я, оно, может быть, многим уже надоело, я сейчас себя ни в коем случае не обеляю, там, не пытаюсь вам сказать, что вот, приходите ко мне на вебинары, я вам тут какую-то тайну расскажу и так далее. Нет, по сути дела, моя задача – это, наверное, приоткрывать дверь, да, информации, которая дается на вебинаре по, там, где мы говорим, презентации компании Skyway Capital и партнерская программа. Дальше уже, скажем так, где-то могу я отвечать на вопросы, если мне их задают, и потом уже подключаетесь вы как наставник к своему человеку, ваш наставник помогает, и человек начинает вкручиваться в процесс. Он может благодаря этому вебинару потом получить информацию по партнерке, и в вашем городе проходят живые презентации. Вообще здорово. Презентация, партнерка, живая презентация. То есть он видит уже какое-то количество людей вживую, и чувство сопричастности появляется, да, и он видит там позитивное настроение и так далее, и так далее. Вообще идеальная ситуация. Вот. Но заставить, конечно, использовать данный, скажем, механизм невозможно. Чем отличается данный бизнес от любого другого вида деятельности? Здесь люди делают добровольно. Если им хочется, если им нравится, да. Вообще, конечно, вот там... Сейчас не касается возраста, осознаешь, наверное, кто-то раньше, кто-то позже, что все-таки в жизни хотелось бы заниматься чем-то, что тебе приносит удовольствие, те действия, которые тебе приносят радость. Вот, соответственно, настроение другое, просыпаешься с радостью, засыпаешь от приятной усталости, да, и жизнь здоровее, интереснее, веселее. Болячки тебя не касаются и так далее. Чем посвятить себя чему-то, что тебя не вдохновляет? Там 10, 20, 30 лет, 40. Таким вот образом. Спасибо большое за внимание, коллеги. Вот я вижу, что миллион акций у кого-то у Дмитрия, да, в корневой. Придется еще докупать, если регистрироваться в капитале. Жаль, что сейчас нет связи. Смотрите, дело в том, что связь-то она есть, потому что вы приобретаете те же самые пакеты, те же самые, скажем так, доли, да, которыми вот идут из того же холдинга. Ну, просто это два разных инструмента, да, в одном и том же деле. Вот. И для того, чтобы здесь зарабатывать деньги по партнерке, я сейчас не буду говорить, там, доказывать, какая лучше, какая хуже. Да, здесь надо зарегистрироваться, и здесь как бы так нужно строить структуру. Но если у вас есть миллион долей, да, и вы здесь можете себе позволить, например, если есть желание, конечно, докупить себе какое-то количество долей, вам же лучше будет в будущем. Мало того, достроив структуру до лидера-мастера, например, да, у вас просто количество долей может увеличиваться от того, что вы будете реализовывать деньги с акционного счета. Все. Поэтому подумайте. Спасибо вам, Михаил, спасибо всем. До новых встреч на следующей неделе. В принципе, время расписания вебинаров, оно не меняется, оно есть в разделе события. Да? Рад вас видеть буду по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. Ну и рекомендую посещать вебинары людей, которые их проводят в те же самые дни. Это и та Жанетта Анжина, это вебинар господина Мирошниченко, это Маслов. Ну, я думаю, на Сибирякова Суходоева звать никого не надо, вы и так все знаете.
Всем хороших выходных, всем здоровья, любви, денег. До новых встреч, коллеги.